Eyes in the sky tracking their movements. But last night, we lost contact with our flyboys. The word is, they were shot down behind enemy lines. Marie's friends in the French Resistance are out looking for them. But they're not the only ones. The Nazis should be on the run. But instead, they're hunting our pilots. If I act quickly, there's a chance I can get to them before it's too late. Да? Это весь брифинг? Нахуй. Ну что? Делаем, как делают великие стримеры. Не убиваем. Делаем все по-тихому. Стелс. Без убийств. Только глушаем. Все. 5 самых сложных скилловых моментов в таких играх. По возможности, если есть задание по устранению, мы устраняем только его. Если это танк, если это БТР, если это какой-нибудь тяжело вооруженный солдат, который невозможно убить его в рукопашку. И так далее. Этих противников устранять. Если потребуется, используем базуку. Используем штурмовые винтовки. Снайперские винтовки. А, и снайперы. Потому что снайперов не подойти близко, близко, потому что они тебе не дадут подойти. Тебя сразу увидят и чпонькой в тебя, и все. И ты спалился, во-первых, и все заруинил нахуй. Это возможная причина, которую мы это будем делать. Делаем как в прошлый раз. То есть их убийств. All right. Let's get this done. Карта большая. Нормальная. Здесь что? Три самолета. Так же тебя видит, как и я его. Блять, я забыл, как в нее играть-то нахуй. Fucking shit. Я его спалил, блядь, он разбил. Ну сейчас тревогу поднимет. Я хотел мину поставить, блядь. Пиздец, я косячник. Как мину ставить-то, я забыл, блядь. Блядь. Господи Иисусе. Mm-hmm.
А может она и к высшему, что он приманил, блядь. Блять, надо же так накосячить с доском. Обаны, блядь. Видите, вот автомата нету плюш. Так оружие иметь. Hey, look. Tiger. They're not taking any chances. Есть бутылка или что-то типа. Ах ты сука, у меня видит как. Что такое? Сука. Что такое, ёбаный? Ну, танку надо было здесь проехать. Willst du etwa umziehen? Still. Hier gibt es Anzeichen von Resistance-Aktivität. Vorsicht! Könnten aber auch Geister sein.
Looks like these were left in a hurry. I'll let the Resistance know where they are. Зря ты его там бросил. Танк проедет и спалит же. Я бы здесь, да. Так, где я? А, я рядом. This grass could make some useful cover. Farm in sight.
меня же взрывчатка есть. Подойти незаметно. Он не взорвался. Там типы были. Está aí, mano. Вот так вот надо. This must be the resistance camp. Well hidden. No wonder the Nazis haven't found them. Nazis have anti-air guns spread out over the valley. I should try and take them out. Stop any more of our boys getting shot down. It's good to finally meet you. Marie has told us all about you. Please, help yourself to any supplies you need. We've set up a supply cache in an abandoned shack. Keep an eye out for it. Я тут оружие, блин. Satchel charges. Not what I'm here for, but
but useful. This SMG could do some damage. Короче, смотри. Сейчас вот это зачищай. Да. Да. Потом пойдем, чтобы не палиться особо. Мост нам палиться, пойдем вот здесь, с этой стороны. Was? Hallo? Und sie sagt doch Brust. Sucht. Wir verschaffen uns nur mehr Zeit. Angeblich haben wir einen Spion in ihren Reihen, der weiß, wo sie sich verstecken. Looks like someone has friends in low places. Блять, да как так-то? Ёпта. Weiß, wo sie sich verstecken. Ist da jemand? Sleep well. Господи. There's the plane. No mistake in it. But where's the pilot? The pilot can't have gone far. I better check if he's holed up in one of these farm buildings.
Hallo? Be harder to spot me in that grass. I think I've grabbed all I can. Was zur? Ach ты сука, блин. А что ж ты сохранился? Was war das? Hallo? Главное, Y не нажимай. Вон слева здесь. Better move it. Блин. Сука. Ой, он в мачту. Яркость. Так. Так.
Бывает. Так, мы сказали холодное здание на. Там дома быстро. Кемпер. Damn it. Sucks. Пока. Звуки. Looks like they've got a sniper on Overwatch. I should take him out. И чуваков поубиваем сразу. The pilot should be somewhere around here. Мне кажется, он здесь. Hey you! Yeah, back here. О, мужик, здорово. You're gonna have to hold on a little longer. There's a resistance camp just south of here. They'll take care of you until we can come pick you up. You can count on me, sir. I just hope the others are okay. How are you holding up? Don't worry about me. It's the captain. Those Nazi bastards captured him. Be careful out there. I heard a tank rolling around. Я уже его взорвал, чувак. Баян, это баян для меня. Свапи. Он второй. Блядь. Как быстрее он в анимацию уходит. Здесь больше здесь никого нет. Чувак, давай не будем. How are you holding up? Don't worry about me. It's the captain. Those Nazi bastards captured him. Be careful out there. I heard a tank rolling around.
Або в бутылку кинуть нам. Was war das? Hallo? Как тебе самолет? А бы вот так и делать. Сокруты все побежали. This grass could make some useful cover. Темно как-то, да? Господи. Вижу, пацана. Да понятно, откуда он побежал.